Так, все, мы с Дошечкой в Костка. В Костка, just go! Так, сдаем и Дошки на очки. И Доша? Ку-ку. Так, все, и Дошка без очков на 2 недели. Примерно вот сколько нам стоили. $60 и $18 то, что они это отправляют в другое место, потому что это не их право. Итого со всеми налогами, со всем 77, 99, $80 нам обошлось. Но это хорошие перемены, потому что это улучшение зрения. Вот так вот. Все, мы пошли за покупками. Все, первое пошло 11.99. Бары для Кости закончились. Нужно было мне, конечно, Толинол. У них вот Толинолова замена ацетаминофен. Киркландовская. 400 штучек, $15. Оно, конечно, не очень дорого, но что-то дороговато. Я думала, будет дешевле. А вот это что? Подожди, Толинол. Артритис пейн. А это от артрит, ну, больше на артрит. Можно было бы, конечно, взять, но это больше все равно с джойнтами связано будет. И он, тем более, вообще 22 бакса стоит. 22? А это экстра что? Это обычный экстра 2. Нет, дорогой, что-то дорогой. Не, сегодня брать не буду. У меня там есть одна жидкость, максимум попью. У меня на самом деле есть ибупрофен. Я брала. Но ибупрофен сильный. Мне нужно что-то немножко послабее принимать, потому что он желудок не сильно портит. Ладно, пошли, Доша. Так, мне нужно в этом хозяйственном отделе несколько вещей. Во-первых, мне нужен освежитель белья. Значит, здесь есть 4 литра за $10. 4. И 5, 6 литров за то же самое. Значит, конечно, мы идем туда, где подешевле. $10. И, Доша, ну-ка вот это мне загрузи, пожалуйста. Дай-ка мы понюхаем, как оно пахнет. О, шикарно. Ну, нюхай. Вкусно пахнет. Так, мне, пожалуйста, одну баночку загрузи. Вниз можно сюда поставить, сынок, вниз коляски. Умничка моя. Поставь. Так, бленч я присмотрела себе уже давно. Здесь 3 упаковки по 5 литров, 15 литров за $7. Вот так это выглядит. И мне это нужно взять. Но Идо сам не поднимет, и я сейчас тоже не хочу поднимать. У меня есть... Это очень большая коробка. Ты не сможешь. Ладно, значит, я ее перенесу на следующую покупку. Да-да-да, это 15 литров, Идоша, это очень много. Ладно, значит, next time. No, next time, it's okay. Next time я возьму. Проверю, может, не буду брать это все, я проверю, сколько в магазине, может, будет какая-то скидка, возьму. Так, и мне нужен порошок для мытья посуды обычный, но это не в этом отделе. Так, значит, вот оно. Берем Liquid Dish Detergent 9,79. Это для обычного, не для машинки. Не для машинки, а для обычного мытья посуды. Тоже вниз. 10 литров. Так, мы сейчас в отделе, где я беру обычно туну. Туны у меня еще есть. Но я приближаюсь... Стоп! Я приближаюсь к... Правильно. Я к сардинам в ойл. Вот, 8 штук по 200 грамм, $12. Я их запланировала брать. Никто мне о вас ничего о них не написал. Но всем известно, что сардина это очень вкусно и полезно. Ну, не столько полезно, может быть, сколько вкусно. Но, в общем, одним словом, я беру сегодня сардины. Так, сегодня я хочу взять Hot Pepper с халапеньо, с мексиканские 2 литра за $4. 3,99. Вот такой вот салат. Пусть будет. Я люблю. Остренькая Костя. Тоже вот такого плана мы любим. Так что вот 3,99 я взяла. Как мы знаем, обычная костковская цена. Я знаю, что они обычно продаются. Да что ж резкости нету. Вот. Все, пошли дальше. Вот, кстати, Анечка, ты меня спрашивала, что вот для дошкольников. Вот даже Kindergarten Workbook есть 9,79 в Костка.
Вот такая книжечка от Scholastica. Так что ты можешь спокойно ее покупать. Тоже вот такая неплохая достаточно книжечка. Вот продается в Костко. Вот Basic Skills. Очень хорошие книжки есть. Очень хорошие. Я вот так смотрю, для Дошки что-то, для Габи. Для второго класса, кому нужно чтение, навыки. Для третьего есть. Для третьего же класса. Вот. Неплохие, достаточно. $5. Кому нужно. В Костко есть все. Так, вот оно масло 19.99. Вот оно. Clarified Butter. Clarified Butter. Топленое масло. Посмотрим ингредиенты. Где ингредиенты? Ингредиенты. Настраивайся. Настраивайся. Ну, короче, здесь написано Milk Fat, бета-каротин. То есть жир молока и бета-каротин. Так, сейчас, может, он сможет сосредоточиться. Ну вот, вроде так более-менее видно. Milk fat. О! Milk fat и бета-каротин. Мы говорим 100% баттер. Вот здесь 3,5 паунда, то есть меньше, чем 2 килограмма за $20. Это то же самое, если вы купите масло и перетопите его сами. Короче, нет смысла это брать. Даже дешевле будет самому сделать. Так, сегодня я пришла в поисках соли по совету Оленьки, по моей подписчице. Вот Kirkland Sea Salt, обычная маленькая соль. Не крупная, 850 грамм. Она не крупная. А сколько она стоит? 3,79, если это она. Это другая какая-то. И это моя соль. Ну ладно, попробую, Оль, взять вот эту, я не знаю, та ли это, но она не крупная, она мелкая, это обычная соль. Просто морская соль. Ну, ее попробуем, возьмем. Так, сегодня еще у меня в списке Tamari Organic соя, литр за $10. Пока что возьмем, там будем смотреть уже ближе к концу, что у меня будет. Ну, это Идо заработал свои деньги, у него теперь есть лаунс ежемесячный. Сейчас у него есть за все, что он заработал, $20, включая сегодняшнее достижение, то, что он получил грамоту. И, в общем, он выбирает все, что он хочет. Я ему сказала, он может либо продолжить собирать эти деньги, либо купить. Но он решил, что он хочет купить книжку и еще что-то. Он выбирает пока какую, он сейчас читает, их тут ходит между полками, и решает, какую из трех книг он хочет взять. Да, Идоша? And on the back, over here. You could draw. Да, ну, в общем, там очень много чего можно делать. Еще activities. Ладно, сыночек, хорошо, пошли. Короче, вот мы берем панкеки сегодня. 8,89. Не хочешь, не будешь есть? Без сиропа иду. Без сиропа, хватит сахара в организм. Йогуртики жидкие за 9,99. Один, куда? 10. Good job. Неси. Молодец. Так, вот мы возьмем колбаску 9,50 и сосиски внизу за 7,99. Давай, сынок, в темпе только двигаемся. Не надо брать верхнюю, лучше возьми с коробки. То кто-то, может, выложил. Верни назад это. Встань на подножку, да, или... Так. Отойди. Вот такая вот. Идо, ты здесь же будешь кушать, ты сказал. Ты что, ты хочешь здесь кушать сосиску? Ты видишь, что ты бросаешься на все, что тебе предлагают. Да, это яме, если ты туда что-то добавляешь. Если ничего, то не так яме. Я взяла огурчики. 4,99. Мойшес. Очень хорошие, они в соли. Очень вкусные.
Так, я взяла еще свиной фарш. Что-то сегодня он не фокусируется. Ну вот, килограмм, как всегда, 4,99. Здесь у меня почти 3 килограмма на $14. Также я взяла из мясного еще четвертушечки вот эти. Их получилось на $17. Килограмм 5,69, 5,70. И здесь 3 килограмма. Вот, это все мясное, то, что я взяла на этой неделе. Вот так. Ну, не густо пока. Не густо. Мы берем, как всегда, банана бред. Наш любимый за 5,99. Это керотс. Вы не любите. Он только выглядит так, потом его никто не ест. Мама за всеми доедает. И Доша, мы с папой это решили взять. Не, браунис я не беру, потому что это очень много сахара. Давай возьми еще булочки себе, вот 5,49. Свои в школу выбери себе. Молодец. Good job. Так, я беру sliced mini bellas. Канадские грибы за 4,99. Вот, я уже беру порезанные, я буду делать мочанку украинскую вкусную с кнедликами. Поэтому мне нужны грибы. Но еще я забыла взять сметану, за которой мне нужно вернуться, и кофе. И еще здесь я хочу взять вот эти вот, потому что только косковские я могу селери кушать. Это вот этот, ну, селери, вы поняли. Он стоит 4,99, я его тоже беру. И я возьму, что я еще возьму? Так, это мне не нужно, это мне не нужно. Я бы, конечно, взяла все, но надо перебирать. Так, возьму за 4,99 наши знаменитые бинс, которые Габи кушает в любом виде. Их можно и жарить с чесночком, и в суп, и просто жарить с маслечком ей давать. Так, что еще здесь я беру? Шпинат я сейчас еще возьму. Шпинат 3,59. Я беру шпинат. Да, сынок? Возьми шпинат, помоги мне нести. Молодец. Так, здесь какие-то фрукты, все очень дорого. Так, фреш. Папа хотел узнать. Даже South Africa за $10. У нас зеленый виноград есть. И у нас blueberries за 4,79. Так, а где, я не могу понять, клубника и где? А, клубника с той стороны, наверное, цена. Сейчас. Клубника, strawberry 5,79. Blackberry за 2,99. Не, ну мы не будем брать, эту клубнику, но неважно. Смысл в том, что blackberry за 2,99. Окей, что мне еще нужно? Все, вроде бы. Пошли, сынок. Так. Лайма 4,99 для моей утренней воды мне нужны. Ой, какие классненькие. Так, давай вот эти возьмем. Конечно, ты хочешь поесть, я тебе дам один дома. Хорошо. Так, и еще нам нужны яблочки наши. Product of Canada 5,99 Red Delicious. Я их беру всегда. Они, конечно, крупные, поэтому быстро съедаются. Но, например, если я детям их режу, то одно на двоих, потому что они могут съесть сразу весь мешок. А, так. Идош, поставь это, пожалуйста. Не-не, it's okay, это не dirty. Это там такие, да, только на этот, на... Не бросай, пожалуйста, как он называется, на шпинат. Шпинат для смузи, для салата. Просто потушить со сметанкой, очень вкусно. Так. Поехали, Идоша. Так, 3,69. О, подешевле стал хлеб, вроде 3,69 наш. Берем килограмм. Так. Сейчас монреалевская smoked meat pizza за 9,99, 3 штуки. Решила взять. Какая-то вкусняшка, пусть будет дома. Попробуем. По 500 грамм каждая пицца. По 532 грамма. Возьмем. Тут мой студент стоит. Так, беру сметану 3,99.
и еще кофе, и все. И мы отправляемся. Ну, не домой, еще надо заправиться, но смысл в том, что да. Мы закончили. Вот у нас целая уже набралась коляска. Ну и последнее в списке на сегодня. 10.99. Кафе. Что еще? Магазин уже пустой. И мы все вроде взяли. И я уже просто без ног. Я так с таким удовольствием иду всегда сюда. Я так устаю здесь уже в конце. Уже думаю, как бы быстрее уйти. А еще же надо это все на кассу выложить. Сложить, потом переложить в машину. О май гуднес. Хорошо, что у меня есть помощник, да, Эдоша? Ты мне все поможешь сделать, правда? Так может, ты дочитаешь книжку и все уже? И не будем покупать. Ладно, это была шутка. Все, на кассу. Ну что, помимо нашего счета мы еще за $1.58 кушает Эдошка сосисочку с водой. Да. В общем, мы скупились. И наши затраты, включая Эдошкины заработанные $20, $205. Подождите, это тотал. 205. 205 это без Эдошки, а с Эдошкой 220. В принципе, так как расчет у нас на $200, то мы выстояли в $200. Плюс-минус, потому что у нас было раньше 150. Я Косте сказала, что 180 надо. Но он сказал, что 200 это тоже более-менее нормально. По крайней мере, первый раз, когда мы идем... То есть у нас в месяце получается два раза в Коско пойти. Когда я иду первый раз, можно потратить 200, второй уже можно, там, допустим, 180 или 150. За счет чего у нас вырос сегодня счет? Во-первых, мне нужно было средство для... этого для белья я взяла $10, $10 вот это для посуды, но это мне хватит на 4 года почти, то есть это $20, которые как бы автоматически зашли в мою жизнь. Плюс мне нужен был сегодня соус вот соевый $10. Вот, и, в общем, какие-то, ну, немного значительных вещей был. Плюс я попробовала эти сардины $11. Так бы это было минус $30. В принципе, если забрать вот эти вот химию бытовую и соус. Но это всегда есть что-то. Вот кофе экстра, то есть я не могу убрать, потому что есть все равно базовая корзина, которую мы должны брать, и мне очень тяжело с нее что-то каждый раз отбирать. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что это вполне неплохой результат. $205 без Эдошкиных денег. 205. Окей, very good. Все, на этом буду прощаться с вами. Пока-пока. Bye.